Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. В этом выпуске основное за неделю. В Кирове пройдет крупный семинар по вопросам поддержки бизнеса. На нем будет обсуждаться взаимодействие с Федеральной корпорацией поддержки малого и среднего бизнеса. 28 и 29 августа пройдет серия мероприятий для банкиров, предпринимателей и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Они будут представлять Архангельскую, Костромскую область, Мариэл, Пермский край. Будет обсуждаться стратегия развития моногородов в Кировской области, работа бизнеса с МФЦ, меры поддержки со стороны корпорации, рассказала в нашем эфире исполняющая обязанности зампреда правительства Ольга Куземская. Также планируется подписать соглашение с корпорацией МСП о поддержке региона. Таких документов корпорация еще не подписывала ни с одним субъектом Российской Федерации. Кроме того, представителям ее презентуют 6 кировских проектов, рассчитывающих на поддержку. Программа «Экономика». Власти поддержат десятки предприятий в моногородах. В этом году регион сохранил объемы финансовой поддержки малого бизнеса в монопоселениях на уровне прошлого года. 64 миллиона рублей уже перечислено муниципалитетам. Ожидается, что всего в этом году в моногородах финансовую поддержку получат не менее 60 предприятий, которые создадут более 130 новых рабочих мест. Экономика на 101 FM. В регионе появилась вторая официальная коллекторская организация. Руководство Кировского управления службы судебных приставов вручило ей свидетельство о регистрации. До этого в регионе был лишь один официальный коллектор. За полгода в службу судебных приставов поступило 10 жалоб на такие организации. Кировчане сообщают, что им слишком часто звонят и шлют СМС. Есть один случай, когда коллекторы звонили человеку, который не имеет долгов. При этом на официальных коллекторов жалоб не было. Экономика. К другим новостям. Походы в магазин в Кировской области одни из самых дешевых. Рейтинг составил исследовательский холдинг «Рамир». Максимальный чек 634 рубля в Северо-Западном федеральном округе. В Приволжском округе 438. В Кирове сумма еще меньше. Самые низкие цены в Сибирском округе 407 рублей за поход в магазин. Программа «Экономика». Вложения в инфраструктуру связи Кировской области превысят 1 000 000 000 рублей. Таковы на этот год планы операторов связи, которые работают в регионе. Вложения на 12% превысят сумму прошлого года. Сотовые операторы сейчас вкладываются в модернизацию сетей 2-3 поколения, в развитие сетей 4 поколения. Операторы фиксированной связи в развитие волоконно-оптических линий. Экономика на 101 FM. С сентября налоговая начнет удалять юрлиц из реестра. Это коснется тех, сведения которых, содержащиеся в реестре, признаны недостоверными. Налоговики будут присылать им специальные уведомления, а через полгода, если информация в реестре не изменится, компанию из него исключат. Сейчас в Кировской области в реестре значится более 4000 записей, признанных недостоверными. Чаще всего это касается адреса компании. Экономика. Напоследок, коротко, несколько цифр. Более 20 миллионов рублей потратили на свои кампании кандидаты в губернаторы Кировской области. Почти 5 миллиардов направят на газификацию региона «Газпрома» в ближайшие 5 лет. На 10-15% загружен сейчас кировский филиал «Алмаз-Антея». И о валютах. Доллар сегодня 59.14, евро 69.74. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.